после храма Паненса в этот же день приехал дальше на автобусе 401, можно на 143 от Паненса, в район, в самый центр, где... Так, забыл, как называется, все храмы находятся, в общем. Тут же американское посольство, еще всякие посольства. Всякие тут эти демонстрации каждый день происходят. Корейскую войну коммунистов с капиталистами. А вот это американское посольство. Да, флагов американский он вижу. Раскрашенные фотки. В общем, демонстрация большая. Полиция тут все охраняет. А я пришел к ручью, который откопали. Дорога тут раньше была. И 20 лет назад откопали ее. Вернули ручей. Сейчас прогуляюсь. Так, вроде как вон там, вон под мостом уже должно начаться это дело. Да, вот спускаются здесь. Полиции дофига просто дежурит. Девки там что-то стоят, фоткаются. Все, попал. А, еще этот водопад делает перегрузку. Ручей называется, вот это ручей, тут целая река, блин.
монеток. Такая прогулочная зона. Вокруг небоскребы. А тут вот естественная среда такая. Можно перейти с одного берега на другой. Я вообще там не одинаковые берега эти. Утки. Чё, нифига себе. Цапля ходит. О, там вообще этот. Ходит.